Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Товарищ кружит. Ну и снова здравствуйте. Мы вновь с вами на Енисее. Погода у нас сегодня заворачивает. Так-то, в принципе, тепло, всего минус 7 градусов, но ветрище 12-15 метров порывы. Костюм на этом ветру отлично. Не продуется нифига. Все в норме прямо. Будем смотреть переметы. Вчера не смотрел по понятной причине, так как был на другой рыбалке. Вечером, когда ехал, обратно проверил перемет с пружиной. Был один налим и один сход. И как раз одного налима нам на ужин достаточно. Посмотрим, что здесь. Сегодня тот перемет заменю. Поставлю новый с острыми крючками. Посмотрим, как это на нем отразится. Ну да ладно, начнем проверку. Так, что тут у меня с остатками ёршиков? Несколько штук сдохло. Уже, видимо, надоело им сидеть там. Сегодня кое-как наловил ёршей, но наловил. Вот, тут шевелится ёршик. Корм собакам. Уже перед Новым годом надо заменять этот перемет. Ставить наточенный, этот точить, потом может еще раз поменяю, нормально, 2-3 замены за зиму хватает. Большой улов не рассчитываю. О, есть налимчик. Ходи сюда. Как-то не сбежал. Сегодняшний весь улов пойдет домой. И завтрашний тоже, и послезавтрашний. Надо маленько сделать запасы. Вот он, сход. Выкрутился налим. Сейчас где-то плавает, довольный. От Костяна я ушел, от перемета я ушел. Ну ладно, в принципе, что, так оно и должно было быть. Едя на другую рыбалку, жертвуешь этой.
Но я вчера оторвался. Хочется, конечно, еще раз туда попасть. Но, блин, как там все залило, так опасно совсем. Как прилипнешь и все, и никто тебя не доедет и не выручит ни хрена. Воды до хренища. О, еще один напоследок. Тоже покрутил нехило тут. Вчера тот перемет проверял. Наживил, что я там 4 куска сороги наживил. Посмотрим, что взял, кто ее нет за ночь. Наживлял уже. Темно было. Может, на лимы ходил ночью какой. Так. Как сделать? Ну ладно, что. Отцепить этого да наживлять. Четыре налима без проверки и обновления, это отлично. Большой улов не рассчитываю. О, есть налимчик. Ходи сюда. Как-то не сбежал. Сегодняшний весь улов пойдет домой. И завтрашний тоже, и послезавтрашний. Надо маленько сделать запасы. Вот он, сход. Выкрутился налим. Сейчас где-то плавает, довольный. От Костяна я ушел, от перемета я ушел. Ну ладно, в принципе, что, так оно и должно было быть. Едя на другую рыбалку, жертвуешь этой. Но я вчера оторвался. Хочется, конечно, еще раз туда попасть. Но, блин, как там все залило, так опасно совсем. Как прилипнешь и все. И никто тебя не доедет и не выручит ни хрена. Воды до хренища. О, еще один напоследок. Покрутил нехило тут. Вчера тот перемет проверял. Наживил, что я там 4 куска сороги наживил. Посмотрим, что взял, кто ее нет за ночь. Наживлял уже. Темно было. Может, на ней не ходил ночью какой. Ладно, что, отцепить этого да наживлять. Четыре налима без проверки и обновления, это отлично.
улетает все моментом. Только вот откопал лунку, ее уже затянуло. Вода прибыла. Поднялась в лунке под самый край. Даже тут вот уже сверху мокро встает. Там, где снегоход поставил, чепок слез, провалился до воды. Захлебывается курья. Так же, как и этот шар захлебнулся. Значит, теперь надо ездить только по вешкам. Чтоб ненароком не прилипнуть. Будем смотреть, что у нас тут да как. Попало, что на куски не попало. Первый крючок точником пустой. Оставалось тут еще три ёршика живых там сидело. Так что кое-какая надежда все равно есть. На кусок попал. Почему бы свеженькую сорожку не сожрать? Может, наживил, он сразу подошел в это время. Этот кусок на месте. Налим сегодня по евростандарту опять. Полторашки. Ага, еще один есть. Оп. Хорошо. Сегодня еще сменю перемет, и будет еще лучше. Я так думаю. Вот такой у меня тут парус. Кафе Пеле. Вот он, ворон. Делает круг почета свой. Есть тебе сегодня ёршики, сорожки. Пожуешь. Так. Плановая замена. И все будет чики-пуки. Ох, даже не это. Не держался нифига. Крючки потупились уже. Так, ладно. Распутаю я его дома потом. Тут в клубочек сматывать не буду. Так, навью. Запустим навью. Погодка, конечно. Ну, в принципе, берег видно. Снега нет, просто дует. Нет-нет, раз порыв налетит со снегом. Давай, баночка, тяни. Так. Ох, ё-моё, нифига какой мне тут попал. Сразу с первого захода. Здоровый. Если большой налим не подплывет, значит, хрен кто его съест. Маленький, скорее всего, выплюнет. Ерши крупные остались. На тот перемет средняк наживил.
Этот переметик покороче, 5 крючков. Но зато острый. Смотреть по наживке, клевать будет, так еще один запустить, небольшой. Какого-нибудь средненького найти. О, есть такое дело, как Слава говорит. Ну вот так, вроде как. Завтра посмотрим результат. Обновленные крючки. Так, ну это ёршиков в садок пересыпать. Ну, на сегодня проверка закончена. Осталось еще там прогон вытащить, смотать. И все нормально. Все путем. Ну и как всегда, с вами был канал «Это не диалоги, а рыбалки». Вот такой сегодня результат. Вот такая сегодня погода. И все прекрасно. Сажу ершей в садок до дома. Всем ни хвоста, ни чешуи на вашем водоеме. И до встречи у нас на Енисее. В Туруханске. До свидания, друзья.